Здесь у нас был семинар полтора месяца назад, в мае. Я запомнила только одно. Ну, в смысле, я себе конспектировала, запомнила многое, но я взялась прям, решила пробовать. Ну, то есть вот это вот я прям себе сразу взяла. Три компонента, ну, база, то, что вот было озвучено. Вот это и коктейль. Я пила утро-вечер. Амла с минералами и коктейль. Так как до этого я пила БАДы из другой компании, озвучивать не буду, она достаточно известна в Хабаровске, раскрученная, у них классный маркетинг, все очень удобно и прочее. И два года до этого я, несмотря на то, что была регистрирована в этой компании, я пользовалась другой продукцией, здесь ничего не брала. Ну, пользовалась, результат был, но он какой-то такой, то есть то есть, то нет, то вообще ничего нет. Как-то я вроде жду и пропиваю целенаправленно, но нет. Здесь, друзья, я получила за неделю результат. То есть у меня просто, так как, ну, то есть с ногтями у меня были моменты, которые, ну, просто они как слабые, не росли и прочее. За неделю я почувствовала просто жесткость ногтей. Я просто не ожидала. Я даже когда пила, я не ожидала, я не ставила себе какую-то задачу. То есть я думаю, я буду просто пить, я буду пробовать на собственном опыте, потому что, ну, самое важное, когда вы на себе чувствуете этот результат. У меня чувствительная зубовь, ну, то есть там стоматологические моменты я решала, но у меня чувствительная зубовь, ну, достаточно высокая, собственная. И после лечения, ну, то есть вот эта чувствительность, она не пропадала. Мне стоматолог, ну, предупредил, говорит, если там останется, да, болевые ощущения, вы, говорит, приходите, мы что-то еще посмотрим. Хотя, говорит, все, работы проведены, все качественно, там, ну, все нормально. Ну, а что мне нормально, если мне больно? Ну, то есть я чищу, да, а мне, ну, ощущается. И тоже где-то через недельку я просто ощущаю, что, а у меня, ну, вот этой чувствительности нет. Только вот на этих трех продуктах, да. Он уже получил результат. Прошу прощения, если долго, я не тренированный спикер. Молодец. Скажите, вы говорили, что вы два года пользовались, но не получали такого результата. Продуктом какой компании два года пользовались? МФ компания. Спасибо.